Скрытый гидроз. Маленький Тевдиси. Кто там уходит? Джурадо уходит. Да, да, да. Так, все, погодите. Значит. О, Маликет. Сейчас, Маликет, подождите, я после пати дам. Через секундочку. А что мы убили? Два босса и каратреса, да? Ты. Три босса. Нет, слепец мертвый. А что, ты Галя не ролил это? А что ты мне тоже накинь за замену? Я ну, там кто-то накинет с пацанов тебе. Бля, час накинь. Сука, сейчас тебе с пацанов кто-то накинет. Я просто, бля, не могу разорваться. Значит, ну смотри, маленький. Всем спасибо, всем до свидания. Давай, пока. Скрыть мне первого, потом гидрос идет. А потом вайш. Я царю там мут дал, потому что он рыгал. Там возмутите его потом. Будьте накиньте. 3,5 еще 500. Ну, по такой тактике тоже хорошо бьется. Получается. Ну, тяжело. Хилам тяжело. Тут видишь, больше хилов. Да что, жопа сгорела, микстур. Ну, понимаешь, говорю. Просто он. Какой жопа сгорела. Там, понимаешь, люди подумали, что они оказались на арене. ПВП, у них нужно R1 апать срочно, 1 000 000 рублей приз. И они начали забегать за колонну от хила. Ну, они думали сами прохилиться бинтами, но получилось все очень хуево. Поэтому. Хуйня какая-то была. Все охуенно было бы, если бы только мне не пришлось бегать двух хилов, двух танков. Лучше вот так вот убивать, чем, блять, ебаться с какой-то хуетой, вот как мы я до этого драйв. Я, сука, могу нахуй хилить ебаного танка, потому что у него 0 хп на. И у меня влетает... Нет, этот... просто Шарпи должен подойти ближе там по стеночке к тебе и все. Я думаю, так надо было сделать. Его надо было спуститься вниз, либо... Ну да, да. Ну, ему это не сказали, его вины в этом нет. Ну, теперь будем все знать. Просто, да и все. Ну, вот это я не знаю. Если вот так один паладин, то вот это самый лучший вариант. Играть через ханта. Если хотя бы есть один паладин. Да, если есть. А как мы будем играть, если не будет паладин? И похуй, будем играть в бабу. Бежим открытие. А зачем там нужен паладин? Типа джагу резать. Шамана, блять, который, блять, ставит атаки нахуй и убивает хилов. Ловите, что ли? Кого вы спули? Там бешенки эти. Скрыть, не тусуйтесь все же, поставьте шкаф, тут мы быстрее присмотрим, где-то люди за 5 километров. Это типа этого босса нужно зловить, да? Когда все подойдут. Казум, давай шкаф, блядь, извивался. У меня нету этого. Гарат. У меня только рекаунт. У меня тут 10 рубля. Все, все тут. Ориентируйтесь, ребята, на убийство, не на говно какое-то. Всегда старайтесь
все сделать так, чтобы убийство было. Маликит, а что тут, 4 хила захилят же, да, это вопрос очень простой. Mm-hmm. Да, давай бдк. То, что у нас проблема, у нас только 2 дк, так что дкшники, микстурка тянет рот, кружок у нас тянет шарпик. Где мы там стоим, не забываем, там? Нет, абсорба она дала у тебя 920к. Чего-то не могу нормально. Шреддер кулак. Даете баф, вот тогда будет отчет, закидывайте удочки. Подождите, отчет это самое. Кто в танках сейчас? Я Сомалийский. Так, смотри, значит, ты на боссе, а мы с Сомалийским везде. Мастер, видишь, это спиной к воде, мы тут с трех стражей с тобой танчим. Стражи быстренько заливаем, ну, легко все ГДшники. Я лет не могу расставлять тут так, что... У тебя систь есть, вроде. А у меня нету, блять, аддонов. Готовность. Казун, чулан. Чулан тут, нет? Поставьте третью ауру. Чулан тут. Отчет давай. Да, блядь, чулан, конечно, тоже горит из-за этой хуйни. Маленький чулан. Ты, чулан, для прикола видос посмотри, где Лича танчит, блядь, 25 гер, нахуй. 4Т5, блядь, 4Т4, 245-го, нахуй. Там, блядь, любая первая ката обзавидуется, блядь. Рыбачите там. Поехали, ловите. И Джайну, кстати, надо будет всем видео посмотреть перед тем, как трейд начинает. Да это до пизды вообще. Туда надо приходить и умирать там. Тогда никакое видео не поможет. Я видео... Ну, удочки забрасываем, поехали. Когда люди хотя бы примерно будут ориентироваться, какие там скиллы, то это будет лучше. Ну я про то и говорю, так. Надо прийти туда и увидеть все. Ну так видит еще видео, блядь, потом еще увидит рейд. Ты один пришел, там все уже знали. Таунт, микстурка, таунт, ты что-то сделай, нажми что-то, промути. Какую-то хуйню с боссом, что-то не так. Где я рыбу танчил? Лол, блядь. Хорош. Смотрите, ребята, когда босс закопается, появятся три стража. Будьте осторожны с ними, они бьют кливом, могут убить. Водомет ныряйте. Мод, парни маленькие. Никто не упал. Никто не упал. Маленький. А чё он меня попытался спить не убил? Ты что там, блять? Это с пула то, что он умер еще. Сразу босс как закопается, иди ко мне в треугольник. Он закопался. Страшно. Ты с меня-то не забирай, ну что ты делаешь? Я ему дал щит. Пиздец. Лицом сюда. Блядь. Им станы даются, если что, так что имейте в виду.
и тягай следующих панк. Просто стражей залежите, а потом делайте, что хотите. Ой, я у тебя не там, там забрал. Да я знаю. Просто в правильную сторону лицо будет, блять, как? Скрытельно. Это что, это у босса надо стоять сразу там уже. Ну, теперь давай босса бэ. Тушительниц, блядь. Да ёбаный, сука, рот. Весь рейд бьет душительниц в начале, потом, блядь, бьется босс. Разверните лица свои и бейте. Вот череп поставил, а убили быстро. Что за говно? Меня выбрасывают с воды и убивают. Сейчас мы струка. Я тебе покажу, где стоят. Так, сейчас. Иди в треугольник сюда. Где ты? Подходи сюда ко мне, выпрыгивай и вставай в треугольник ровно в меня. Лови сюда в треугольник, а мне треугольник. Сюда вдави. Так лицом куда ты его хочешь? Лицом да пизды, куда его лицом? Это похуй, он криво мне бьет. Иди и вставай вот сюда в меня. Встань на деревяшку вот сюда. Вот. Сюда запрыгнул. Сейчас водомет пройдет, нырнули, потом встанем по стене. Я тебе объясню. Вот. Выпрыгни, вот он зарылся, блядь. Давай стражи забираем, где они? Страшно цела. Быстрее, страх. Последняя стража, забейте. Сейчас я ставлю босса. Тушить. Просто я ставлю, ты подойдешь, потом заберешь. Сейчас пока постой, посмотри, как я танчу. Кинул, а сразу вернулся, понял? Просто тебя за крайний выкинет. Он тебя откинет на конец деревяшки и сразу просто вперед жмешь и все. Типа душительницы бить никто не хочет. Душительниц бейте. Где они? Почему там рыбы вот эти торчат постоянно? Водомет нырнули. Почему рыбы ходили? Ну за ДПС. Сейчас посмотрим, как он откидывает. Водомет нам нужен. Конец бычки. У нас два хила.
Так, добивай же и сразу все босса забивай. Душительница, блядь. Играем в босса, у него 6 лям. Ну, стражей, может быть, словим? Лицом их в воде отверните, а не в кольцо, в это, внутрь. Пока что играем. Стражи убили, бояться нечего. Все, добивай. Босса играем. Тебя за крайне выкидывает. В воде, я же говорю, меня выкинуло и огромный круг опять слетел. Не, вот сейчас ты когда стоял, оно же тебя за крайне выкинуло. А в воде не знаю. Вышли все с воды. Выйдите с воды на деревяшку. Сейчас на Гидроса. Дека, дайте хождение по воде. Микстурки. Стопроцентно Марикет в хиле. Спуститесь вниз. Кто там? Спастись. Блин, это кольцо оказывается пиздатое вроде получается. Блять, и второй. Ну, что, тотемы? Ну, на тотемы агрессии. Только не падайте. Пока нету. Не падайте. Пашки нету. Блин, словите просто. Выше подведи. Гердовать? Да. Так, ну давай, ставлю череп, все по черепу играем. Ты танчи это, а он пусть того держит. Фул ДПС по череп, через череп играем. Не дрочите мобов там. Значит, смотрите. Значит, крестик сомалийский держит. Когда будет мало хп у моба, у него может быть лужа. Микстурка, поведешь его дальше наверх по трубе. Приготовьтесь, чтобы в рейде в меликах не оказалось лужа. А ты своего моба крестик поведешь вниз. Вот уже мало хп у него, смотрите. РДД его там издалека добейте, череп. Угу. Лужа там будет или что там, сейчас посмотрим. Добейте РДД какие-то 200 тысяч. Или кипы, пока крест. И
Бешеных этих не ловите особо, выйдите с воды нахуй, встаньте на трубу. Они все... Чё там, лужи? Что? Мобы? Нет, тут два моба. Два моба. Поднимайте с этого, убивайте наверху, да и все. Я вот не знаю этого... Ну хуярьте пока крест, хильте микстурку, держи пока два моба на себе. Сейчас посмотрим, что за этого будет. Меня приготовьтесь писать, убегать, если чё, что, да. Ничего нету вроде, заебись. Пошли два моба бить. Мобов разведите. Чтобы лужи не было. Через череп играем. Того пока не бейте. Первым череп. Приготовьтесь отбежать от него. У него точно лужа будет. Выйдите. Отойдите лужа. Отошли лужа. Танк не сдох. Рога выйди. Все это, верьте, отдалишь. Лужа исчезнет. Милик, идите на трубу. Тут лужа сейчас разольется. Вышли с этой хуйни. Если лужа пропадет, пойдем на инвентарь бить. Пошли. Бычья голова, блядь, ты где там? Выпрыгивай оттуда, блядь. Чё вы там делаете? Блядь, не могу метки снять. Там Шарпи хочет крутак здесь. Чё хочет? Крутак не нужно. Я же сказал, к микстурке. ПМ ему напиши, у него крутак. Он ведь изначально ему отдал. Поэтому ненавижу тут ебаный аддон. Надо голосом разрабатывать еще. Не знаю, как по мне, вот и все. Говно ебаное. Ну, вы в моба будете проиграть или что вы, блядь, творите? Рыбу поставь. Я его и на трэш, и только на пупой. Твоя сторона, череп, моя крест. Так, ничего тут. Два на пула всего лишь, антирога. Ну, со стороны креста два моба моих, со стороны черепа два моба твоих. Я понял. Стурка там все знает. Че, 5 хилов, да? Алло. Мне нужен этот босс с ШПшкой. Блядь, заходи. Император. Я могу, в принципе, и триню паролить. Какую? Ты нахила? Ну так пароль. Выбери. Ну давай. Ладно, я не против. А ты что так с тобой? Только, блядь, вот я чую, сейчас упадет оффхенд. У меня всегда все, сука, наизнанку. Да с джой на оффхенд заберешь, да ебал. Забирай, да и все. Идешь на 300 или будешь шаманом? Тебе это мы. Давай, все, я шаманом, я шаман. Mm-hmm. Ну, вы в курсе, да? Мне не надо включать активацию, вам говорить там, когда стопают. Когда босса начинают переводить, все убираете руки от босса. Уход в тень в момент, когда босс уже переродился, дается. Это понятно? Где Казум? Казум био написал одну минуту. Не принимается. Просят, а может так быть это бычий голову тринет захочет. Но он не захочет, он сама накопится. А-а-а. Ну, блядь, пиздец. Хули там доказывает, блять.
Хилсерк на зомби тут. Ну, я-то вам говорил эту всю хуйню, но оказывается, тут в Дискорде другие правила написаны, так что мне похуй, действуйте как хотите. Так чем мы обычно Герус Пула давали, да? Дай маленький по себе кассу. Да, Герус. Значит, в конце будем давать. Ну или как там? Посмотрим, как иде. Ты даже, по-моему, еще один раз. Ага, 4 минуты. Филсер, ты тут? Принимай готовность. Ее отчет. Он назад фелшер. Чего? На резист тотем фелшер поставь. Если что. Гера, что-то не так и да. А, у нас маленький фильм, да? Где у нас сука? Сидел, да. Секунду готовить. Я заморозил. Хороший дрон. Это я затыкал. Любой шаман тотем. Какой? Хотел креп. Так и скажи. О, вам сильнее. Сильнее помогал. То есть. Отлично. Оператор, блядь, сука. И стопай ТП. Моба не проебит, а моба проебал кто-то. Настя. По мобам сильнее. Когда будет агро, снимите. Мастер, при агре своих, пожалуйста. Я своих агре. Потом забрал мои. Я забрал твои. Это вакханалия какая-то. Хан с Ругой, надеюсь, вы на каждый трэш даете на пул на нас с мастером. Приготовьтесь. Мобов нет уже в гипу.
Там, кстати, кера откадашилась. Я в одну точку не ставлю, чтобы своих могло видеть. Видишь, твои меньше потащишь. Это плохо. Ну, варом не всегда. Вот переключитесь и убейте последнего мало. Вот он. Не дохуя еще. Все, отлично. Можно вести. Давай. Куда, блядь? Босса, верните на место. Быстрее, быстрее на место. Возвращайтесь сюда. Баф помогу обновите. Им на ману дайте. И еще сильнее, да. По мобам. Очень сильно по мобам. Сильнее по мобам. Иди, добили мобу. БР мою микстурку быстрее. Агро нету. Давай, давай, забирай. Угу. Микстурка, вставай, мобов, танчишь со мной. Фубах по микстурке. Черепи бери. Хорош. Да стоп, теряйте на агре. Даем войск. Босса может бить. Я не знаю. Full DP. Давай зубы навой. Пробуйте босса 3 ляма. Блять, дрочить-то его не, на... не надо, сука, блять, там, где он перерождается. Блять, дрочит, сука. Два ляма. Диван был? Нет. А почему, блять? Раздавака, вставай. Масрез, давай, классно. Дай. Долго мобов били. Микстурка, как танчишь там? Руником? Сюда удары смерти юзаешь? Ну, конечно. Я как раз выбрал его. Вначале ЛПшками наагреваю. Потом удары. То есть вот перед моментом, когда ты переводишь за 10 секунд, два удара смерти бьешь, у тебя 4 руны смерти. Да. Просто в этот момент взрыв идет какой-то. Короче, на момент, когда переводишь ближе к сотке, ты именно когда переходишь, давай себе деф какой-то. Ты же даешь там сначала незыбку смело. Да я деф постоянно даю. Кровь, вампира, зеленку, незыблемость. Не, жаль, у тебя... Делаем по старой хуйне. Первая, блядь, зубы дает назад, второй дает крылья на второй переход. Так по... Зум, блядь, бешеный такой, бешеный. Ты понимаешь, мастер, что если вот ты говоришь, ты не думаешь, что микстурка свои дефы дает. Нужно давать это говно тогда, когда у микстурки нет незыблемости. Вот первая переходка, незыблемость. Вторая, панцирь с, кро... это будет панцирь плюс. С кровью. Плюс не плюс, это будет плюс. Переживается под незыблемостью легко. А эту хуйню надо давать, когда незыблемость в КД. Она-то переживается легко, если хилы нормально прохиливают, не в глуби в этот момент, а ледяно. Короче, микстурка. Первые два переходки свои дефы отдал, потом просишь на следующей переходке зубы, потом дух. И все, там твой деф, да. Деф откатится. Деф это хорошо.
смотри, вот просто у турбо что-то прокнуло, и он упал. Там агрон нереально полетело. Это я не знаю, что в этом делал. Это просто живую бомбу обнаружили. Второго переключили сразу. Подходите уже сюда, может быть, быстрее она. Сейчас еще один будет. В него сразу переключаемся. Переключили. Лёг, сейчас ТП ебану тем, кто стоит. Не надо добивать того, у которого мало ХП. Следующего переключаемся сейчас. Переключились следующего. Баф. У меня уже вроде все есть. Я не знаю, какой взрыв. Две ЛП даю, один удар уническим, и агро не могу забрать. Это просто же скачет. Сюджиро, по скиллу там на переходках в турбу. Чардж давай, вмешательство. И чардж обратно. У него нету аддонов, у него даже не вытащены, блядь. Это, блядь, не похуй. Че вы там стоите, блядь? Бычья головы, да? Только зум. Дрочит. Фелсер, ты тут? Принимайте готовность. Для кого это делается все? Даю отчет. Уберите рейндж от пузырей, разъебали. Так, Моса Бердер. Он вдох просто переходит. Его баф сразу. Глыба есть на этом. Походу ваншот. Топовый нахуй ДПС. Пучи, если вы увидите, что переходка нахуй, бегайте на ту платформу, на которой сейчас будет танк. Да. Если не умеете. Кливаем через этих уже милики. Быстрее. Весь рейд переключили. Войда практически. Быстрее все в моба чисто. Ну.
Вставалка есть? Чё, ладно. Больше... Вставалка есть? Нет. Переводи сразу. Чё там, ёбан? Так, Филан, ты сразу баришь. Ты услышал, что нам что он сказал? Потому что я не услышал. Бэр турбо, блядь, когда откатывается... Турбо не лежит. А, я успел его? Да, топни. Сильнее мобов, пожалуйста. Вы покажете ДПС мобов или нет? Начальнику себя. Вот Шреддер показал ДПС. Начальнику себя. Нахуй ты в маленького иссушения даешь? Постель в босса. По четырем целям будет мобам иссушение. Босса иссушение, хуярь. Лучше мультидоты, чушь. Сильнее два мопа. Класс, галь нам, гимна. На ману? Да. Даю. Привожу. Переводи сразу. Чулан Шреддера поднимал. Хренач ГП. Ой, блядь, вы серьезно, блядь. Император. Ты понимаете, император? Император, я что говорил, да? Да я вроде на платформе той, которой нужно, лежу. А, блядь, стопать ДПС, тебя, сука, не учили. Давай разберемся. Вот ты побежал, ты вот где ты лежишь, и если к тебе подойдет босс, то он превращается в зеленого, нахуй. Правильно я говорю? То есть мне ближе стоять, чтобы такой хуйни не тебе, было. Тебе, чтобы такой хуеты не было, во-первых, надо стопнуть дамаг, во-вторых, я тебе поставлю метку, чтобы тебе, блядь, окончательно было понятно, на куда тебе нахуй надо встать. Только дамаг это такое, вот второй вариант не нравится. Блядь, не такое, сука, а стоп! Видишь квадрат, нахуй? Угу. На той платформе, нахуй, где стоит босс, он в чистой фазе, нахуй. Сюда переходит он, сука, он зеленый, нахуй. Ты перебежал, превратил, блядь, 8 мобов нам, нахуй. Ты вайпнул рейд, блядь. Все ДДшники, нахуй. Кто, блядь, тупой и не стопает, нахуй. Лучше сдохните там, но, блядь, босса нам не превращайте в 8000 мобов, нахуй. Сука, как это сложно понять, нахуй. Пошли моба бить-то. Хули все это... Рейсницу сочу. Каску дай. Бегите все мобы да, сюда. Да, мы будем бить перед боссом, блядь, 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 этого моба. Ахуй этого моба, я в рот. Этих мобов можете не бить, следующего готовьтесь бить.
этого бейте все. Еще один. Нет. Джипса дайте. Да, джипса ждет помощницы. Шкаф поставьте, турбой. А чем мы убили слепца, волна тупа и каратреса, да? Да, и гидров с последней. Четырех убили, двоих нет. Нет, какой нахуй. С ДПСом убирайте, когда мобы появляются, когда танки их нагрели, подвели к боссу, тогда аккуратненько бейте. И разгоняйтесь потихоньку. Надо. Да танки у нас нормальные. ДДшники у нас ебанят. На турбо дал. Не, ну не то, что он еблан, просто вообще император больше косячит, но он сам может стать. На турбо, если упадет, если что-то дать. Начальнику. Начальнику. Писал что-то? Био одну минуту. Еще было 21.56. Принимаем приказом. Ты чего? Да кир. Че прожал? Император пьёва Герду, да? Мне это еще. Это не я, блядь, Геру, сука, прожимал. Идите нахуй. Раздавайте мои башни. Да не, он не из-за этого. Гера нормально прожали. Он говорит, это что него купол. Че он? Купол ледяной китает. Полкан горит у него. Я понял. Потому что перед. Руки там да. Оп. Ну, смотри, опять начальный плюс. Его просто лоб. Теперь нереально, блядь, будет прям подбать.
периоде. А нахуя мне дух? Сука. Не въебите босса, блядь. Проведи дальше его. Блядь, перегнется сейчас. Мобов сильнее, весь рейд мобов сильнее. Сука, мобы приоритет. Он сглазился. Вот этого добили быстрее. Прикиньте сальву. Он забагался. Таймер пошел быстрее. Мобы приоритет, лейте. Приоритет, но все равно не сдохну. Давай, живи. Мобов сильнее. Беги быстрее. Надеюсь, сейчас нормально будет таймер. Осторожно, Агро. Блять, проведи дальше. Проведи, проведи. Таймер попадался, все. Да и фух. Верьте. Лейте. Какой норм таймер? Ты чё? Уже 50%. Алло. 25 лишь. Сейчас 100%. Нет, сейчас 50. Бейте, бейте. Мобов быстрее долей. Иди. Последнего добили. Стоп. Я встану. Давай. Выходи с стана. Да похую, сука, бейте. Дрочитесь. Мобов сильнее моих. Все, веди. Только 50, все нормально с таймером. Только 50. Сейчас агроник приедете. И дальше приведи. Им на ману дайте кто-то. Абас, да, босса стоп. Сильнее могу. Там нас. Сильнее могу, кто-то 50 еще. Все, веди, пиздец, веди. Босса никто не трогает. Слепанули нахуй, быстро. Говно ебаное. 25% что. Заебись. 5 этих пидоров. Вы видели чисто про товара, кнопки жмет.
я дерещу. Быстрее мобов собрать. У меня воды захит. Все, иди в пизду, последнего добили. По боссу стоп. По боссу стоп. Сейчас мобы появятся, фулл ДПС босс. Давай, мобов в стороне держи. Держи в стороне нахуй. Фулл ДПС босса добивай. Дал сюда на рейд. Забрал. О. Да, этот лук того не стоит. Короче, чистите пока трэш. Я на 15 минут отошел. Дайте перекур. Это на сегодня все. Никаких перекуров. Сейчас я раздам лук. На сегодня. Уйти, молодцы! Завтра в 19:30 добиваем. Да, то СЛК стоит. Перед СЛК. У нас нету РТ СЛК. Блять, мне похуй, завтра 19:30 сюда приходите. На вайш. Ну, зад, специально мне ПС давал, когда были перифазы, была все время. Ты дал 4500, получается, да? Сейчас. Календарь поставил, смотрим на понедельник. Кольцо последнее. Надо кому-то. Уху, на понедельник ничего нет. Уху. Бьем ваш, пойдем обычку. Все, можете быть свободны, на сегодня это все.